С 1 июля уехать на автобусе в Москву из Чебоксара будет не так просто. Автобусом, ранее отправлявшимся с несанкционированной стоянки рядом с железнодорожным вокзалом и рестораном «Фаворит», предложено выбирать другие места для стоянки и посадки пассажиров. Ежедневно из Чебоксара в Москву отправляются более 30 автобусов, в основном с площадки около магазина «Елена». Но эта стоянка не отвечает нормативам по перевозке. Здесь нет оборудованных мест для посадки, не обеспечена безопасность пассажиров и их багажа. Предъявляются дополнительные требования уже и как к процедуре продажи билетов, к процедуре посадки, к процедуре осмотра предрейсового контроля состояния автобуса, всего такого прочего. То есть на сегодняшний момент на этой территории ничего сделать нельзя. Но я уж молчу про разряд удобств для пассажиров, которые отправляются у нас там в дальние следы. Городские власти приняли решение закрыть эту несанкционированную стоянку. Здесь установят запрещающие знаки. Проверять исполнение постановления будут сотрудники ДПС. Данная площадка, откуда отправляются автобусы, она не отвечает санитарным требованиям и требованиям безопасности пассажиров, которые сейчас отправляются автобусы. И поэтому мы предлагаем вам заключить договора с теми площадками, с хозяевами тех площадок, которые имеются в настоящее время в городе и которые отвечают всем требованиям. Понятно, что сейчас за размещение автобусов около Елены никто из предпринимателей не платит. 1 июля надо будет заключать договоры с собственниками обустроенных площадок, которых не так уж много. Это центральный автовокзал столицы, пригородные и Новосельская автостанции. И это будут уже денежные арендные отношения. В срок до 1 июля перевозчики должны принять решение, где они будут размещать свой автотранспорт. Ведь не оставлять же без внимания интересы почти 900 жителей республики, а именно столько человек ежедневно отправляются в Москву из Чебоксар. Татьяна Молокова, Антон Вовк, Республика.